Все, вторая пачка поехали. Начинается она с группы End. Я как будто бы слышал это название, но я не знаю, это те самые End или нет. У нас в Wiki есть, кстати, группа, которая называется And, то есть также только через A. И это группа, у которых есть просто, ну, один, наверное, из самых мощных брейкдаунов, которые я когда-либо слышал. Причем, ну, вообще, в принципе, в музыке. Это просто жесть там какая-то у них есть. Вот. Но при этом все остальные треки у них прям супер проходные, но вот один прям охереть какой крутой. Так, но сейчас мы будем слушать End. The Sin of Human Frailty. Остер Вальд это все посоветовал. Кстати, у вокалиста Carpenters есть вторая группа под названием End. Играют нормальный такой хаотик хардкор. О, это мы любим. У них альбом в этом году вышел, получается, в 23-м уже. На React советую тра-та-та. Ну вот сейчас давайте и прореагируем. Прореагируем, да. Давайте с хаотика. Тот мы начинали с грайндкора, ту пачку, это с хаотика. Котик, хаотик. Так, все, поехали смотреть. Ну, качество видео. Причем, чтобы вы понимали, это 2К. Это хорошее именно качество, но вот именно. Ну, нормально понеслось. О-о-о, хорошо. Ну, нормально рандомилово пошло, долбилово. В принципе, хаотик хардкор, как бы, а чё в нём ещё надо играть-то? Просто долбишь, как бешеный. И немножечко атмосферы, как бы, и всё. Не, круто, мне такое нравится, на самом деле. Блин, тоже у них такая нойзовая гитарка прям. Ударник как будто бы вообще из дыркора пришел сюда. Прям долбит вообще, дай бог. Придавим даже есть полноценно. Я думал, вот эти End играют что-то вообще не такое. Может, я про другую группу, может, она как-то по-другому называется. Не, ну у этих прям все отлично. И брейк, и все. И кач. End. Круто. Вот это хорошо было. Это было хорошо. Это было даже достаточно очень хорошо. Так, Остервальду огромное спасибо. Ну, в принципе, не удивительно. Остервальд всегда советует такие бешеные группы. За это ему тоже огромное спасибо. Вот. Супер End, The Sin of Human Frailty. Ну, хаотик хардкор, типа, надо очень постараться, чтобы играть хаотик хардкор, и чтобы это было скучно и неинтересно. Вот. Поэтому в целом-то даже объяснять особо и нечего. Это было супер хорошо. Надо будет на заметочку взять, можете и послушать. Опять же говорю, я, по-моему, может, даже что-то и слушал. Вот. Окей. Так, ну что, готовы все к Викею? У нас там будет аж 3 Викея подряд сейчас. 3 Викея подряд, а в конце будет не Викей, но тоже знакомая группа. Вот, сейчас будет, смотрите, что. Смотрите, что... О, кстати, клипа не будет, потому что будем чисто слушать песенку. Вот так сейчас будет. Так. И вот этот комментарий, да? Блин, он немножечко загораживает название, но я думаю, все равно всем видно. Destroy. И дальше я не буду читать. Насчет андеграундного Вики я могу посоветовать. Эмюри. Блин, Эмюри забавно, потому что у нас в core-сегменте же есть Эмюр. И это две разные группы. Но вот этих Эмюре я очень давно знаю, и у них даже что-то слушал, по-моему. Поэтому я их решил не брать.
Вот Коловинка, вот это вот, Коловинка, как правильно, у них довольно мало релизов, и вот я взял релиз, который называется Чику Шоу Нори, наверное. Да, вот этот, судя по всему, одна из немногих песен, что нашлась на Ютубе. Вот, и мы ее сейчас и послушаем. А Deadman я знаю, естественно, во-первых. А во-вторых, как обычно, напоминаю, что если пишете мне в комментарии, пишите по одной группе, по одному синглу, ой, ну, треку, чтобы я слушал, потому что именно прям пальчиками я не буду так делать. Вот, поэтому сейчас эту Коловинку послушаем. Что там, как, там без клипа, говорю, там чисто картинка будет, но тем не менее. Тем не менее. Поехали, узнаем, что это такое. Может, какая-то опять гоннота сейчас будет. Так, сейчас надо сделать вот так, в первую очередь. Там уже тоже 3 минуты. То есть с качеством, с временем нормально. Все, слушаем. Так они, судя по всему, выглядят. Ну, сразу бас какой-то жирный начался. Нравится, какой там грязный бас просто, прям отдельно вообще от всего звучит. Так, раз это андеграундный бикей, то, наверное, мы для Твича на всякий случай осуждаем, если вдруг они там поют что-то странное. Ну и вот на картинке тоже у них такое рассуждающее кое-что. Потому что в андеграунд на веке и любят, конечно, говна накинуть. Ну, в плане какой-то супер странности. Но в этом их и прикол, наверное. Что они такие супер своеобразные странности, да. Звучит прикольненько, кстати. Так тоже достаточно мрачненько. Пошел. Роман. Ну да, неплохо. Мне вот этот момент нравится. Он и кочевенький, и такой типа атмосферный по мелодии. Еще и солячок идет. Вокал, конечно, на любителя. Я вот не фанат такого вокала, ну, в принципе, и в Индии, и в Японии. Тут как будто бы даже несколько вокалов. Реально 3 человека будет все. Так, все. Буду, да. Окей. Так, ну получается, мы послушали тогда группу Коловинка. Ну, я не знаю, так она называется или нет. Но пишется вроде так. Трек Чику Шоу Ноури. Дестрой. Спасибо, что посоветовали. Такой своеобразный. Такой у нас андеграундный Викей сегодня был. Вот, а в целом-то как бы я и не против. Я и не против, что в андеграунде Викей зачастую попадаются очень прикольные штуки. Ну, иногда там попадаются, конечно, та еще кринжа, но вот это было неплохо. Это было неплохо. Жалко без клипа, жалко без видоса. Но хотя бы на группу посмотрели, трек послушали, звучало вполне себе интересненько. Так что можно тоже за это
Заприметить, наверное. Так, здрасте, Айсон. Здрасте, Айсон. Ты как раз вовремя подошел к моменту, когда мы в Икеи начали смотреть. Вот. Ну, в принципе, не знаю, что еще сказать. Ну, не, ну, нормальненько, нормальненько. Опять же, говорю, тоже лайкосом в рублю. В рублю поставлю, имеется в виду. Так, Ангура Кей, Банд, Формит 2007. Это вот такая история. В принципе, я не удивлен. Не удивлен, что именно вот так. Вот. Ладно, дальше у нас что-то посовременнее. Ну как, блин, посовременнее? 8 лет назад. Но оно такое, типа, более... А я вот не помню, я их смотрел или нет, что дальше будет. Ну сейчас, короче, увидите. Потому что я их точно смотрел, что-то у них без стрима. И без этой... Без патчей, без вот этого всего. Так, Тянка БТС. Интересный ник, конечно. Так, привет, Сайм. Смотри, пожалуйста, клипы The Black Swan Rubbish. Ну, это я, естественно, смотрел еще давно, когда он на релизе только вышел. И Dead Children Black Lily. Вот это Dead Children Black Lily, судя по моему Ютубу, я не смотрел. Поэтому, ну, типа, тут ни лайка, ни просмотра нет. Поэтому давайте посмотрим. Вот это какой-то Викей, такой, типа, более современный, судя по всему, должен быть. Ну и плюс с Black Swan'ом, скорее всего, это что-то типа нагольное, метальное и тру-ту-ту. Асу заранее. А за что Асу? Это к чему? Там что-то прям осуждающее будет? В этом клипе. А если он опоздал, ничего страшного. На сегодня единственное немного. Немного будем стримить. Ну, вот как обычно, когда стримлю вот немного, на часик, на полтора, очень много народу пришло. Ну, в любом случае, спасибо всем, кто же сидит. Ладно, поехали посмотрим. Название группы. А, ну, господи. Ну, я просто не знаю, надо ли... Название осуждать, просто в этом плане Twitch, конечно, непонятно. Я никогда не осуждаю именно название чьи-то, потому что это все-таки их название. Это, ну, как это называется-то? Торговая марка? Ну, блин, как-то по-другому она называется. Короче, это же название. Это не то, что я это написал, да, что-то там имел в виду, а все-таки название. Ну, типа, ладно. Осудим на всякий случай. Главное, чтобы ничего осужденного не было в клипе и в тексте. Короче, поехали смотреть Dead Children, Black Lily, Go. Жесть, у них еще лого. Там гитарист с Кибу. О, нормально. Громкий такой, потише. Хреновом. Пришел, блин. Ну что, прикольная группа. Я у них что-то видел. Я у них что-то видел. Как у них это началось мрачно прям. Хорошо. Подождите, стоп! А я не смотрел их на какие пачки! Это же чувак из этого! Стоп, это же этот! Вокалист Неги, не? Я, мы же их смотрели на какие пачки, по-моему. Я надеюсь, не этот же самый трек. Но, по-моему, этот я не видел. Ну, это, ну, мегаподобное что-то. Мне такое нравится, да. Ну да, прям хорошо. Или у них... Блин.
Короче, я знаю эту группу, я не помню, как откуда я ее знаю. Не, ну клевенько, клевенько. Такая ногойщина прям. Прям мрачный, жирный. Все как мы любим. Гитара у него прикольная. Ну, блин, по вайбу это прям реально неговское что-то. Прям очень на негу похоже. Причем вот именно больше на негу, а не на перестройку или вот этот аксон. На эту группу и сотни. Не, ну то, что в принципе ведь и сотни групп, это понятно. Но это с неговским вайбом таких все-таки можно выделить отдельно. Я клип смотрел на YouTube стриме. Серьезно? Блин, ну с YouTube стримов я плохо помню, что я смотрел, если честно, потому что мы там очень быстро про это были. Ну ладно, пересмотрим еще раз. А на каком интересном стриме я смотрел, когда это было? Так, вот Супервальд, здрасте, здрасте. Мы, кстати, недавно смотрели сейчас твою рекомендацию, не знаю, видел ты или нет. На этом нет, только что две реакции назад я смотрел группу End, кого этих хардкорщиков, крутые, кстати, прям нормально. Так, ну зашибись. Ладно, раз вы говорите, что я это смотрел, ну смотрите, я вам сейчас просто сразу отвечу, да, насчет этого момента. У меня память такая, как у рыбки. Я иногда даже что-то могу смотреть, комментировать, и потом забуду это через неделю, поэтому это нормально. Просто если бы я на них прям реакт делал, то я бы, наверное, запомнил. Так как мы смотрели на Ютубе, а на Ютубе я обычно как-то, ну, достаточно быстро... Странно, что я им лайк тогда не поставил. Почему так? Просто вот я... Смотрите, у меня The Children Closet. Вот сейчас я чисто открою, чтобы посмотреть. Вот у меня вот этот клип как будто бы просмотрен. А этот я не помню, что я смотрел. Ну, как бы и ладно. Ну, значит, посмотрели второй раз. А что, плохо, что ли? Зашибись. Говорю, я иногда просто забываю. Это не в том плане, что я там ошибись делаю. А вот я реально могу иногда забыть, когда вот именно на стримах что-то смотрим, когда у меня нет записи. Так, а дальше группа будет Dishur. Dishur, наверное. Трек, вот трек я уже не знаю, как называется. Хотя, может, сейчас в комментариях... Ой, не в комментариях, а в этом мне помогут. О! Рекомендация от Айсима, кстати. Как раз вовремя вот ты подошел. Недавно смотрелась новая группа Dishur. Сегодня вышел клип. Gizen Agurigeshon. Вот, предположим. Нарезки посмотрю. Да, это как пачка, естественно, будет, так что обязательно посмотришь. Агрянных групп мало, мотивы, луки всех одинаковые, имею в виду. Ну, не, это я согласен. Я про это когда разгонял тему по поводу Викея, у меня же отдельный видос когда был, где я там оправдательный про Викея вам писал. Я там про это говорил, что, ну, 50% Visual K это, ну, честно говоря, достаточно посредственно неинтересные группы. То есть прям вот говорить, что весь Викей хорош, нет, такого, конечно, не может быть. Но так как бы во всех жанрах, так во всех жанрах. Можно так, ну, реально нет идеального жанра. Кроме хэппи-хардкора, наверное. Ну, но все равно, короче, имеется в виду, что в каждом жанре всегда есть посредственные группы, есть какие-то индивиды интересные, есть которые вот одни отличаются, есть другие. Но вот это то, что мы посмотрели, было нормально, на самом деле.
Было нормально, я такое люблю. Но я такой вперемешку обычно слушаю как раз с Снегами, там, с другой Нагойщиной, там вот все эти металлики и группами. Так что нормально. Отдельно, наверное, как говорить, что они какие-то супер вау, естественно, нет. То есть там это мы уже все слышали, это видели. Но это, знаешь, не супер обычный Витей в плане именно звучания. То есть у них хотя бы кочевенько был, у них брейк прикольный был, и экстрим нормальный. Ой, и вокалист нормально поэкстримил, так что, ну, типа, я такое люблю, мне заходит. Так что вот так. Ищу в плейлисте. Глина Смаилову, мой аккаунт. Слушай, я, ну, то, как я вставляю вот эти вот, да, то, что вы мне присылаете, у меня выглядит по-другому. Потому что YouTube не ваши ники. То есть, как бы, когда вы пишете просто комментарии, я вижу ваши комментарии под вашими нормальными никами. Но когда я собираю пачки, вот именно по комментариям, я это делаю через студию, YouTube-студию, и там вот только вот такие ваши дурные ники получаются. Тут уж сорян, но просто так удобнее, потому что если я просто буду собирать по комментариям, это будет очень долго и душно. Так что уж сорян. Ладно, короче, дешур. Песня, я уже сказал, как называется. Давайте посмотрим. Новая группа, судя по всему, как написал Айсом, как обычно. Палим. Все, что я понаоткрывал. Заценим. 4 месяца назад. Кстати, недавно, прям вот реально недавно вышло. Все, поехали, посмотрим. Ой. Так, стоп, подождите. Мне вот сегодня качество дурное, меня прям бесит. Блин, мы предыдущие, наверное, в плохом качестве смотрели. Ну, хотя там лучше и не было, судя по всему. Окей, интересно. Ой, звук, конечно, что-то не самый лучший. Что-то какой-то супер зажеванный. Так, ну, видно по ним, что они супер новички. Это прям такой Desperado 2.0. Вокалин, ой, ударник какой-то прям совсем двигаться не хочет. Вот это хорошо было. Кто угадает первый, под кого косит вокалист? Внешне. Ну, сказать, что это хорошо, я, конечно, не могу. Звучит достаточно посредственно. Ну и выглядит тоже. Но, вспоминаем, что это новая группа. Если это там какой-нибудь условный первый релиз, то может быть простительно. Но звук просто ужас. Такое чувство, что они даже не сводились просто, потому что у них гитара звучит где-то здесь, бас там, ударки вообще отдельно, и вот это вот по-по-по-по-по, которое вокал вообще наложен просто на трек. Ну вот это было кринжово, если честно, прям, лучше бы этого не было. Какой-то лестница под синий, ну ладно. О, террора, здрасте. Ну вот, блин, вот это вот, кстати, тот момент, когда чуваки вот приоделись прикольненько, все такие модненькие, а вот свестись денег, судя по всему, не хватило. Типичный visual кей, на самом деле. Сначала марафет, а потом уже музыка, как говорится. Потому что вот это свести все хорошо, подтюнить, подсделать. И, ну, типа, неплохой бы трек в целом вышел такой альтрачок, но звучит он просто мега плохо.
Ну, кстати, соляк норм. Соляк норм. Прям это пока единственное, что мне прям понравилось в этой песне, соляк. Как ни удивительно. Что делает ударник? Он вообще... Он по тарелкам не играет даже толком. У них там нельзя это типа делать на студии это или что? Откуда в этом ухе вообще? Что появилось? Зачем? Согласен. Не, ну говорю, это новая группа. Просимов, наверное, первая из... Ну, да. Жаленько. Так, сейчас посмотрим. Atras Records Channel. То есть они на каком-то лейбле даже, типа. Сейчас. Ну, это, судя по всему, их... Первый, да, релиз или что? Потому что другого я не вижу. Там какие-то другие группы. Вот они. Чего Vivid у них там? Откуда у них Vivid? Дешево, дешево, дешево. Блин, причем помните, мы когда играли еще, по-моему, в этот. В. Ну. В выбирайку эту. По-моему, они там уже были, а если он тогда их, по-моему, делал. Мне казалось, что это что-то нормальное. Ох уж эти вокалисты сказали. Блин, ну да. Вокалист и гитарист новичок. Басист-барабанщик в одной группе играли до этого. Да, один релиз. Короче, так как это единственный релиз группы, тем более еще и новый, да еще и чувачки там, ну, полгруппы новички, первый раз им простим. Ну, то есть, опять же говорю, ну, что значит простим? Типа, оно бы хорошо звучало, если бы они досвелись, все дотюнили, доделали. Что говорю, вот, например, Савичок, вот, кстати, гитаристу ноль вопросов, у него прикольно все звучит, просто мне именно сам звук не нравится. И басист вроде там партии неплохие играет. В целом, неплохой трек был бы, если бы он прям был сведен нормально, если бы там был хороший звук, и если бы там был нормальный вокал. Вокал мне, конечно, вообще не понравился, то есть он, ну, и не в ноты, и как-то вообще не... Ни туда, ни сюда, экстрим просто. Экстрим вообще вот, лучше бы не надо было делать. Опять же, это, знаете, вот это тоже история, когда ты вроде особо петь и экстримить не умеешь, но все равно делаешь это. Почему? Тут уже один бог, наверное, знает. Вот. Или, может, ему сказали, что он нормально поет, или он сам решил так. Вот. Или они все почему-то думают так. Но вокалист, конечно, ему еще учиться и учиться, судя по всему. Потому что даже если мы вспоминаем какие-нибудь, ну, опять же, далеко не будем ходить, те же Desperado, да, ну, там, условно, тоже не так уж они давно начали. И достаточно кринжово они начинали. Но там вокалист со временем плюс-минус как-то поднаучился, и сейчас Desperado не такими уж кринжовыми выглядит. Так что последим, наверное, последим, посмотрим, послушаем. Пока что кринж, но для новой группы как бы, ну, пусть будет, пусть будет. Надеюсь, на следующих каких-нибудь релизах у них уже все станет получше. Ну, и вот клип. Клип, конечно, да, выбрали не самую красивую локацию. Вот, но зато внешне, они выглядят суперски. То есть внешне у них прям все зашибись, и гитаристы выглядят круто, и вокалист. И ударник в масочке прям... А, сейчас ударника я покекал, потому что он в какой-то момент просто играет по воздуху. Я такой, типа, чё, зачем ты это делаешь? Ну, короче, странно. Но опять же говорю, ладно, новички. Просто если бы это была какая-нибудь группа, у которой там был бы, например, уже альбом, да, и которая там давала бы какие-нибудь гиги, я бы сейчас, конечно, их разнес в пух и прах, потому что это было очень плохо. Как я в свое время разнес этих Ninon Pluto, потому что Ninon Pluto это просто, ну, ужас какой-то. Кстати, у них там что-то выходило, как будто бы, я не смотрел. Может, глянуть потом. Или нет. Для новичков, мне кажется, норм. Не, ну просто я знаю других, ну, типа, других новичков, которые реально норм. Которые прям, ну, те же самые Хики Дейм, например, да, которые мы смотрели. Ну, типа, там реально норм прям. Там тоже, конечно, звук такой себе, но в остальном, как бы, все вполне себе неплохо было. И еще... Что-то мы смотрели тоже на каком-то стриме, как раз на Ютубе еще.
Там тоже было неплохо. Здесь, нет, здесь прям плохо. Но я говорю, это все можно опустить еще как-то в том плане, что это новая группа, и как бы ладно, для первого раза сойдет. Но дальше, если они так будут продолжать, это, конечно, им в пользу не пойдет, наверное. Ну, лично для меня уж точно. Ладно, смотрите, мы с Викеем на этой пачке заканчиваем, потому что у нас остается не Викейная, но тоже достаточно такая типа группа. Как это называется-то, стильненькая, вот, и посоветовал ее Николай Булгаков, в принципе, неудивительно, по-моему, всегда их советовал. Да, вот будем смотреть Грувеном и их трек Brutal Party Massacre. Вот на этом заканчиваем вторую пачку. И что по времени у нас? А времени еще даже... А, не, подожди, 5 уже есть. Ну, не знаю тогда. Сейчас или, может быть, еще одну пачечку сделать. Или подумаем, короче. Сейчас посмотрим Грувеном и подумаем. Будет реакт на хиттейм, а у них что-то вышло? Или что? Если что-то вышло, то ну, хорошему, наверное, будет. Давайте Грувеном смотреть. Тут объяснять ничего не надо, чуваки играют достаточно мощный такой метальчик. Мне, в принципе, они... Да почему же у меня с качеством беда? Вот оно стоит 1080, но вы видели сейчас, да, наверное, эти хранительные артефакты? Хочу допить, кстати. Два клипа. Прям так. Не ожидал от них транскора. Это похоже на Motion Sunlight стареньких. И внешний, кстати, тоже. Ну, здрасте. Нифига себе. Что за индустриал пошел? Хотя это похоже на Эскин и Фелбер, если честно. Прям очень. Они решили под них, что ли, косить? Да это тупо... Блин, это реально Эскин и Фелбер просто. Ну, Электрик Фелбер, как это сейчас называется. Я не ожидал от Грувенома такое, я думал, у них будет другое сейчас. Не, ну звучит прикольненько, но, блин, это тупые Эскимо Кэллбы. Один в один. У них просто до этого смотрел на реакторах, у них там какой-то прям... Был... Как это? Ну такой, типа... Именно прям метальчик-метальчик. Какая-то порщина, непонятно. Вот тут скретчик. Блин! Это первая песня в моей жизни, где я скажу, что скретчи не нужны. А, да. Зашибись. Надеюсь, меня не забанят за эту хрень. Это торт, как я понимаю. Давай быстрее его ешь. Звучит
звучит круто. Ну как круто, это звучит как электрокалбы. Электрокалбы звучат круче. Да, это беда какая-то. А чего они такое музло начали делать внезапно? Это ж... Как я посмотрю, точнее, может, и не начали, а делали до этого. То с какого это года. То, что мы смотрели у них клипы, и там, типа, ну, у них были и серьезные клипы, и такие чуть ироничные. Но такой херни там не было. Прям вот, вот такой вот ковбойщины там не было. За альбом 16-го... А, то есть это, типа, они давно так делали? Тогда ладно. Тогда, значит, чуваки выросли и начали делать нормальное музло, судя по всему. Потому что надкек, конечно. В сравнении с прошлой группой. Не, ну это понятное дело. Но это, блин, разные жанры все-таки. Как ни крути. Так, вы не покажете в конце свой торт? Да, это 6 лет назад. Ну ладно, раз 6 лет назад, тогда, наверное, простительно, опять же. Ну, не знаю, короче, не знаю. Мне не очень понравилось, потому что это звучало бы круто, если бы не существовала группа Electric Callboy. Или на тот момент, кстати, 6 лет назад, еще Eskimo Callboy, наверное. Вот, а так это тупо одно и то же, только качеством хуже и не так весело. И какой-то дурной клип, честно говоря. И вот это просто нули ради нулей. Просто потом, ну, то, что у меня на реактах есть эта группа, вот эти грувеном, они, ну, типа, нормально делают. Там, типа, и какой-то полуиндастриал, и грувняк у них тоже был. И какие-то такие именно альтметальные истории. Вполне причем серьезные альтметальные истории. И там нормально было, да, это, конечно. Такое, короче, закончили пачку, что-то на херне какой-то. Так что, я думаю, нам придется делать еще одну. Придется делать еще одну, а здесь, ну, все, прекращаю запись.